Это чертеж рисунка ракушка. Наш рисунок состоит из 18 петель плюс 2 кромочные. Набираем 20 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 16, 17, 18, 19, 20. Затем мы вынимаем одну спицу и начинаем вязать первый ряд. Первую петлю, как всегда, мы снимаем. Эта петля у нас кромочная. Кромочную петелечку мы сняли, затем мы вяжем одну лицевую, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. В итоге у нас получается 3 лицевые. Вот, раз, два, три. И между ними накиды. Затем мы берем 4 петельки. Раз, два, три, четыре. И их провязываем за работой. То есть мы берем спицу, просовываем ее вот так вот с этой стороны и протягиваем ниточку лицевой петелькой. Вот так вот. И у нас в итоге получается из 4 петель 1 петелька. Затем мы вяжем 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, 5. Вот, 5 изнаночных мы связали. Теперь будем вязать 4 петельки вместе перед работой. Отсчитываем 4 петли. 1, 2, 3, 4. Мы немного освободим их, чтобы нам было легче вынимать ниточку отсюда. И вот отсюда берем, вот, перед работой. И вот из 4 петель делаем 1 петельку. Вот так вот. Затем вяжем опять-таки накид, лицевая, накид, лицевая. И еще один накид. Здесь у нас получилось 2 лицевые и между ними накиды. Последнюю петельку кромочную мы будем провязывать изнаночной петлей. Вот так. Второй ряд и все четные ряды мы будем вязать по рисунку. То есть как видим, так и вяжем. Сейчас мы будем, значит, кромочную мы снимаем. Так вот мы продолжаем вязать второй ряд по рисунку. Так мы вяжем до конца. Сейчас мы его закончим. Вот. Накиды также мы будем провязывать изнаночными петлями. Вот. Так. И кромочная тоже изнаночная петелька. Так, третий ряд. Третий ряд мы будем вязать, значит, первую кромочную снимаем, мы вяжем. Первую кромочную снимаем, затем мы будем вязать лицевыми петлями.
мы вяжем 7 лицевых петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Затем у нас здесь по рисунку уже видно. Здесь у нас идут изнаночные петельки. Мы вяжем 5 изнаночных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Затем вяжем оставшиеся петли лицевыми петлями. Здесь у нас должно остаться 6 лицевых петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И последнюю, как мы уже знаем, кромочную мы ее будем провязывать изнаночной петлей. Четвертый ряд. Четвертый ряд это у нас четный, значит изнаночный. Четвертый ряд мы будем вязать по рисунку. Снимаем кромочную и вяжем по рисунку. Четвертый ряд мы связали по рисунку. Сейчас будем вязать пятый ряд. Пятый ряд у нас будет вязаться так же, как и первый. Значит, первую кромочную мы снимаем, затем провязываем одну петлю лицевой, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. У нас получается 1, 2, 3 лицевые, между ними накиды, и оставшиеся 4 петельки, вот посмотрите, 1, 2, 3, 4, мы их провязываем лицевыми петлями за работой. Вот мы из 4 петелек провязываем лицевыми, и у нас в итоге получится 1 петелька, вот так. Далее мы здесь вяжем 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. Затем мы берем 4 петельки, вот отсчитываем 1, 2, 3, 4, мы их немножечко освобождаем, их немного сложно делать, поэтому мы немного освободим их. И эти 4 петельки мы будем просовывать перед работой. Вот так вот. Получилось из 4 петель 1. И оставшиеся вот эти 2 лицевые мы их будем провязывать накид, лицевая, накид, лицевая, накид. И кромочную мы провязываем, как мы уже знаем, изнаночной петелькой. Следующий ряд у нас изнаночная сторона. Изнаночную мы будем вязать по рисунку. Шестой ряд мы связали по рисунку. Сейчас мы будем вязать седьмой ряд. Седьмой ряд мы вяжем следующим образом. Первую кромочную снимаем. Затем мы провязываем 7 лицевых петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Затем мы вяжем 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. И оставшиеся 6 лицевых петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кромочную мы будем провязывать изнаночной петелькой.
Сейчас мы вяжем изнаночную сторону. Изнаночные мы будем вязать по рисунку. Связали мы 8 ряд. Сейчас мы переходим к 9 ряду. 9 ряд вяжем так. 3 кромочную сняли. Потом мы провязываем 3 изнаночные петельки. Раз, два, три. 3 изнаночные петельки мы вот связали. Сейчас будем вязать 4 петельки за работой. Значит, из 4 мы сделаем 1 петлю. Ее вот так вот провязываем. Вот. Значит, из 4 получилась 1. Затем вяжем накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И опять-таки накид. У нас получилось 5 лицевых петель и между ними накиды. Далее мы вяжем 4 петли вместе лицевые перед работой. 1, 2, 3, 4 петельки мы отсчитаем. Вот освободим немного. И вот отсюда вот берем их, провязываем. Провязали. Далее у нас здесь осталось 2 петли. Эти 2 петли мы будем провязывать 2 изнаночные. 1, 2 и кромочные мы также провяжем изнаночной петлей. Далее 10 ряд. 10 ряд у нас четный. Мы его будем вязать, как мы уже знаем, по рисунку. Как видим, так и вяжем. Накиды мы провязываем изнаночными петлями. 10 ряд мы связали. Теперь мы будем вязать 11 ряд. 11 ряд будем вязать, значит, так. Первую кромочную мы сняли. Вяжем 3 изнаночные. Раз, два, три. Затем мы вяжем 13 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И вяжем теперь 2 изнаночные. 2 изнаночные мы провязали. И кромочную также провязываем изнаночной петлей. Сейчас мы будем вязать 12 ряд. 12 ряд это изнаночный. Опять-таки мы его будем вязать по рисунку. То есть как видим, так и вяжем. Значит, если у нас здесь идет лицевая петля, мы вяжем лицевыми петлями. Если у нас здесь изнаночные, мы будем вязать соответственно изнаночными петлями. Сейчас мы будем вязать 13 ряд. Кромочную мы снимаем. Вяжем 3 изнаночные. Раз, два, три. 3 изнаночные мы связали. Теперь вяжем 4 петельки. Раз, два, три, 4. За работой лицевыми петлями. Из 4, значит, делаем 1 петелечку. Вот так. Затем мы провязываем накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Накид. У нас получилось 5 лицевых, между ними накиды. Вот эти оставшиеся 4 петельки, мы опять-таки их немножечко освобождаем.
И из этих 4 петелек перед работой мы провязываем и делаем из 4 одну петельку. Мы ее провязали. Теперь мы будем вязать 2 изнаночные. Раз, 2. И кромочная, опять-таки, изнаночной петлей. Далее, 14 ряд у нас, опять-таки, четный. Четные мы будем вязать по рисунку. Кромочную сняли. Здесь у нас пойдут лицевые. Здесь изнаночные. Накид, опять-таки, изнаночный провязываем. Никогда не забываем, мы постоянно петельки вытягиваем. Этот рисунок должен быть свободным, воздушным, чтобы у нас кофта получилась очень-очень ажурная и нарядная кофточка. Я надеюсь, если вы постараетесь, у вас получится очень красивое изделие. Так, вот так мы довязываем изнаночную сторону. Вот. Сейчас мы будем с вами вязать завершающий 15 ряд. 15 ряд будем вязать следующим образом. Значит, первую мы кромочную снимаем. Здесь 3 изнаночные. Раз, 2, 3. Затем мы вяжем 13 лицевых. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Затем мы вяжем 2 изнаночные. И последнюю кромочную мы провязываем также изнаночной петелькой. И вот такой вот прекрасный рисуночек у нас получается. Вот посмотрите, пожалуйста, какая у нас превосходная ракушка получилась. Вот она, наша ракушечка. И вот эти ракушки у нас, если мы будем продолжать вязать, они у нас получаются в шахматном порядке. Как вы видите, вот начало ракушечки, вот. И вот она вот в шахматном порядке появляется вот с этой стороны. Желаю вам удачи, вяжите, будьте счастливы и подписывайтесь на наш канал.